Тут у бабушки бойлер устанавливаю. Вот. В частном доме. И, как говорится, предупредил ее об опасности. Сейчас буду менять. Смотрите, как шланг оторвался. Точнее, он еще не взорвался, но еще немножко и точно бы взорвался. Оплетки уже нет, одна резинка. Сейчас тут буду разводку делать. И сказал, что надо поменять. С такими делами не шутят. Иначе все это рвется и дом затапливается. Буду туда врезаться и делать подводку к бойлеру. Вот такая скукотень. Ну и буду смеситель другой ставить на две воды. Так как бойлер будет. Вот такие дела.